Итак, всем доброго времени суток, уважаемые зрители канала, подписчики канала. Сегодня на канале BioStream мы продолжаем проходить игру Серп и Молот. Одна из серий Silent Storm. Да, выполнили мы такую работенку, как взяли груз, захватили, отстрелялись, но у нас на пути тут небольшое КПП с противниками. Ну, как бы советские солдаты, но почему-то они говорят по-американски. И вот нам вдвоем предстоит их как-то, скажем так, раскидать. А вот как их раскидывать, ни черта непонятно. Так, давай-ка я тебе, брат, не скину. Блин, и не хватает так тоже. Да, я понимаю, что-то не лошадь. Фолькштурм. Но с динамитом ты поприятней обращаешься. Так. Понял. Выполняю. Ну-ка, упади-ка. Так точно. Там снайпер. Блин. Тут-то тоже не фонтан стоит, пистолет-пулемет. В общем, самое главное прожить хотя бы пару ходов. Ну куда вы? Так и умереть недолго. Да они что, на свет лезут? Да, как мотыльки, блин. Мой фюрер, а может, ну их? Всех ведь все равно не перебьем. Да, действительно. Может быть, застрелиться? Блин, а мой все словил дебаф. Опять. Который раз уже. Там еще кто-то идет. Да тут что, пистолет. Блин, ну вообще вот. С гранатами, чудик. Почему я кинуть не могу? Я вот этого не понимаю. Может быть, застрелиться? Да, мой, короче, не кидает, не стреляет, вообще ничего не может делать. Не лечит. Да ладно, бабы сильнее царапают. Да я понимаю. Что, попался? Ах, фиг ли ты лежишь, ты не можешь ничего сделать у меня. Один-то инженер тут не отобьется. Извини, но я успел раньше. Нифига он не может. Это опять не может кинуть. Брат, ты раненый, что ли? Медик. 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 Опять 25. Один ход. Да ладно. Бабы сильнее, сам подставился. Вот такая вот, да, петрушка, ребят. Ладно, пробуем по-другому. Да куда ты, ёпта? Есть. Сегодня, слава богу. А тут с гранатами, кстати, черт. Поэтому... Все это кончится, выпивка с меня. Ну, посмотрим, проживем и нет. Вот этот вот пугает вот человек. Правильно, ползи отсюда. Ха, разбежался. Понял, сделаю.
Тут еще с пистолет-пулеметом же надо не забывать. Держите мои яйца, сколько их тут? Фух, пронесло. Так, можно сохраниться. Так, давайте, да, сохранимся. Вроде все удачно, ни разу не попали. Пробуем раскидать их. Ну-ка, на. Дождались дорогих гостей. Да зачем ты прямо в лицо-то? Так, что там? Пистолет-пулемет, да? Все отлично. Чую смерть. Мою собственную. Так, значит, так и буду теперь проходить. Удачный ход, сохранился. Но игра, правда, жесткая. Хотя настройки не прям совсем такие сложные. Ну, сама игра дает о себе, да, знать, еще раз повторюсь. Так, граната пошла. Без движенности. Мать вашу, да вы что делаете? Да вообще уже охренели, еще с гранатой. Ты это что делаешь-то? Хорошо. Где же вас всех хоронить-то? Как же больно умирать! Все ровно, братин, все ровно. Как же больно умирать! Давай немножко отбежим. Будет сделано. Так, у этого что у меня там? Затраты IP. Прицельная стрельба на скидку. Короткую очередь, да? Так, это что? Эффект привыкания, хорошо. Пусть будет так. Может быть, остановиться. Уже выполняю, бегом, можно сказать. Сейчас лучший ход вроде как бы. Главное, гранаты не словить. Так, там еще кто-то ползет, в общем-то. Все отлично, мы прожили. Без всяких потерь. Ну давай, да, туда легенькую кого-нибудь закинем. За родину, за Сталина. Хера себе новость. Так, сиди, дружок. С туалета поди вышел. Понял, сделаю. Ну-ка, бегом. Так, а ты взгляд не отводи. Понял, сделаю. Так, возле бочек тоже опасно сидеть, собственно говоря. Зигмунд говорит, внезапность — это победа. Опять тот в туалете, короче. Что, кинем ему динамит туда? И очереди. Так точно. Ты там живой хоть, нет? Не наложил штаны-то. Видимо, все, помер. Так, с патроном у меня беда пока. Зря вы это. Ей-богу, зря. Так, и пластырь, да, парочку. Блин, нельзя. Так.
Так, один момент. Все, мой фюрер, я сейчас упаду. Да не очкуй, это сейчас гранату заберу. Так, ну это легкая гранатка. Да, музончик тут отпадный. Так, Ларри, Ларри. А сможешь ли ты меня подлекать? Не, да? Ларри, ты что, малыш? Ну как-то он тут-то оказался. Ну, слушай, брат. Ну, я еще не сохранился. Ну что ж такое? Ну что ж такое-то? Куда? Вот это надо так кинуть, да? Медик. Клево. Медик. Медика тебе, ага, сейчас. Будет так, сделано. Собственно, нам надо теперь сейчас туалет зачистить. Эти харьки любят в туалете сидеть. Хорошо. Так, вот сейчас сохранимся. Так, братинок, пробеги. Зигмунд говорит внезапность от победы. Ага, снайп какой. Еще противник. Вот он-то. Мы так не договаривались. Хера себе. Прям сразу в череп. Ну, неплохо, неплохо. Окей. Тут без сохранения, ребята, никуда, прям так сказать. Понял, выполняю. Хорошо. Так. Стой, бросай оружие. Ну нахер. Чтоб не повадно было, да? Есть. Так, еще кто-то тут. Я же говорю, в туалете сидит гаденыш. Может, вылезешь, блин? Эх, ломать не строить. Да, это верно. Может быть. Все, отлично, отлично. Да, вот так уж вот получилось, что уже без сохранения мы никак. Так, есть у меня что-то? Так, это у меня граната, вот это полегче граната. Сразу Ларри отдадим. Ну и порошок, я думаю, тоже стоит один скинуть. Да, так, все. Так, тебе граната потяжелее. Так, вроде все ровно. Да, еще вот отвертку ему. Кстати, как у нас... Почему-то тут вот маскировку я не вижу, чтобы она... Ну, скажем так, работало. Помните, да, как я делал? Маскировку нажал и пошел. А тут, видите, может быть, там у разведчиков, у снайперов это как-то отдельная функция. Так, ну ладно, прекращай чинить. Что можешь, то и чини. Так, зачинил, гранатку взял. Так, щуп-шомпол.
Кстати, тоже да, шомпол хорошая вещь, она получше, чем эта отверточка. Так. Ну, вроде все нормально пока, да? Так, навыки мы берем, качаем. Так, 7-й, 6-й. А, ну тут, да, инженер, у него там повышение, приобретение опыта, навыки. Стой! Стрелять буду! Ага, уже стою. Бегом! Доболтались. Отходим. Так, да, доболтался я на самом-то деле. Ребята! С этим все. А у вас тут правда очень много. Надо, видимо, сразу покидать. Ты нас смотри, не подорви. Смотри-ка, попал. Так, нормально, в принципе, есть шанс раскидать. Уже выполняю, бегом, можно сказать. Так, ну-ка, закинь-ка им, хорошо. Шрамы украшают мужчину. Ух, если я еще этих раскидаю, будет вообще фонтан. Да иди отсюда, иди, кыш. Вот дрянь. Мой фюрер, я, кажется, вне игры. Не-не-не, короче, надо свинчивать отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Будет сделано. Тут, видимо, время какое-то проходит. Так, смотрите, мина. Под ноги, а то пойдем на удобрение. Так, щуп у кого? Блин, не у меня. Это что же за бомба такая адская? Попал! Клянусь задницей нашего капитана! Попал! Так, щуп там, да, нужен, вот щуп есть. Ну что, получил? Так, все, сохранение. Главное сейчас открыть шкафчик и попробовать как-то... заглянуть в него, так сказать. Капитан, имей совесть, я не лошадь. Так, отмычка. Томсон Массина. Блин, трофеи, ну господи. Так, берем. Ребята. Погодите, погодите. Все, ну и нахер. И на этом нормально. А то там такой отряд, мне хотя бы 3-4 бойца бы. Так, и что у нас тут? Опять отчетка, неофициально, да, военная. Так, полиция там, бла-бла-бла. Сегодня группа неизвестных советской военной формы произвела нападение на блокпост номер 26 на шоссе номер 12 на участке Венсбург-Зайценбург, находящийся на дежурстве сержант Энтони К. Адамс, рядовой Симуэр Ф. Ну, в общем-то, ладно, перечисление. В общем-то, это отчет. Так, нам надо на хутор. Где же эти-то у нас? Конвой мы нападали, лес там у нас этот... дедок. Наверное, на хутор все-таки надо с этим мылом идти. Который взрывается. Мыло, блин, я тоже нашел. О,
вот сейчас можно спрятаться, кстати. А работает ли она, маскировка? Понял, сделаю. Вот в прошлой серии вроде как то, что бегаешь, AP, да, растет, AP там. Нет, а скрытность не работает. Будет, да, сделано. Ну что, пару секунд потратить, побегать, зато будет AP побольше. Понял, выполняю. Так, все, он отходился. Уже выполняю, бегом, можно сказать. Так, ну ладно. Ты только гранату мне не вздумай швырнуть. Так, вот так, правильно, да. Так, в общем-то, я разобрался, в чем была у меня проблемка. Ну, во-первых, я пришел ночью, почему мне не сдавался квест. Да, во-вторых, нам надо все-таки, как главному персонажу, выложить это все приблуду. Я имею в виду из оружия что-то. Граната, обойма. И он должен с нами поговорить. Мы ему притащили мыло. Так, давай, выкидывай все это дело. Так, вроде карта, больше мне ничего нет, да? Ларри может, кстати, так тут бегать. Без проблем. Ларри вроде как его сын приемный. Так, а собственно сам, где этот Зигмунд? Нормальный ход, а где он есть? Уже выполняю, бегом можно сказать. Уже выполняю, бегом можно сказать. Как, куда ты ушел-то, Понял, сделаю. Где Зигмунд? Понял, сделаю. Вот идет он, да, в кабинет. Давай, давай, заходи. Не надо тебе мыло сдать. Груз доставлен. Да, я в тебе не ошибся. Держи деньги, ты их заслужил. Может, заодно прикупить что-нибудь хочешь? А заходить теперь можешь свободно. Я велю ребятам, чтоб тебя сразу пропускали. Ну вот, видите. И вот еще что насчет Ларри. Чую, со мной его ничего хорошего не ждет, а парень он толковый. Жаль будет, если пропадет. В общем, забирай его, только присматривай за ним хорошенько. Да, но это нормально на самом деле. Подожди, дружище, дай-ка я заберу весь свой схрон. Вроде как он теперь нам продает. Так, МП-40 сюда. Сейчас мы разберемся с этим делом. Что-то я себя переоценил. Посмотрим, что актуально, что не актуально. Так, гранатку-то забери. Так. По журналу у меня надо еще доложить по рации обстановку. Так, ну, собственно, смотрим. Так, писали пулемет 18-43. 20-43. 28-27, да. Состояние 600. Состояние 900. То есть минимальный у нее чуть меньше, но максимально больше. Дальность немножечко больше. Да фиг даже знает, стоит он, не стоит того.
Как называется? Вольцгевер. Штурмовая винтовка. Ну да, она безусловно лучшая. Хотя там урон 42 все равно максимальный. Состояние тут не айс. Да, 450. Так, форма немецкого командос. М1 граната. Так, что бы тут такое? Давай, порошочек. Ага, не берет он это все дело. Кстати, а ремонтировать-то можно? Тоже нет. В общем, наелись кексов. Так, Ларри получил уровень. Ларри, что у тебя тут? Сокращает IP на перезарядку. А дальше у тебя пулеметы, дальность стрельбы. Да, да, это все хорошо, короткую очередь. Так, а где у тебя пистолет пулемета? Вот они. Значит, берем. Так, а у него ППШ. А вот ППШ, кстати, неплохой. Ух ты, а тут Томпсон. Так, ну-ка Томпсона. Так, вот это выкидываем. Блин, у него тут столько схрона. Так, починили. Так, пестик тоже мы починили. Все, мой фюрер, я сейчас упаду. Так, где у меня там? Вот это Томпсон, да, вроде? Да, отлично. Капитан, имей совесть, я не лошадь. Да ладно, ладно, что ты. Ларри, почини-ка мне, пожалуйста. Все зачинил. Все сойдет. А какой у него рожок должен быть? Фух, и чё продавать-то? Ладно, стенг, допустим, продам. Ну, гранатку можно еще, да? Так, УСА рифл 53-64. Дальность, так, дальность у него хорошая, 60-41. Да, она определенно лучше. То есть это можно продать. Пистик можно продать. Так, пистик, винтовка. Так, ну вроде как... Ладно, с гранатой бегаю. Так, Ларри, ну-ка, вперед, Стэн.
продали. Порошок тоже. А, нельзя, нельзя порошок, пардон. Так, гранату тоже можно. Ага, вот эти патроны подходят, да? Так, все, эту оставим, да? Так, у тебя что тут, друг? Куча-куча патронов, книжек всяких разных. Блин, а у меня тут Соми это. Давай с вами продадим. Я думаю, МПшечку оставить. Снайпа там есть, понял. МПшечку оставить. Но же надо не забывать, что еще там подруга лежит без сознания. А что там у нее еще как? Да, кстати, кто она по профессии, тоже неизвестно. Так, есть у тебя патрон-то для моей? Так, Томпсон 1928. Продаж-то такого нет. Вот, а у нас в прошлой части вот это была топская штурмовая винтовка. Так, боеприпасы 45, АСР. Понял. Есть ли тут такие вообще? Тип патронов 45, да. Может, пистолетах есть? Нету. Вот взял на свою голову. Так, 44. Да, нет патронов. Мины, граната, все есть. Да ладно. Вся эта фигня. У нас есть гранаты. Так, ладно, чтобы не затягивать серию. Понял, сделаю. Пойдем мы сейчас доложим по рации. Разжились мы небольшими, скажем так, средствами. Да, Хрендорф. Хрендорф. А кто, что не закопали? Будет сделано. Будет сделано. Так, кстати, у нас тут еще что-то валяется. Так. Сохранимся. Так, грач весне. Вчера 18:30 по местному времени неизвестно совершил нападение на армейский дорожный пост на шоссе
на Весбург. В результате нападения американские солдаты были уничтожены. Нападавшие говорили по-английски, иногда приходили на русский. Уничтожил нападавших, предлагая провокацию с целью дискредитации советской армии, продолжая разведку обстановки Грачи. Весна Грачева. Сообщаем, что помимо вас в районе не действует ни одна группа. Примите меры к выяснению планов противника по дискредитации СССР в связи расписанию. Весна. Конец связи. В общем-то ясно. Кто-то что-то нас подставит, что хочет там. Так точно. Получили мы уровень, журнал обновлен. Нет. Так, радио слышимости персонажа — это не то. Так, наблюдательность в ночных условиях. IP при коротких. Вот это, кстати, хороший навык. Точность. А тут что откроется? Используем пулеметов. Да, давайте короткими очередями. И вот этот еще надо будет взять. Ну, так как солдат. Тоже патронов нет. Да, в принципе, и хватит ему патронов-то. Так, давайте я сохранюсь, ребят. Закончим на этом серию. Так, по журналу, что у нас? Сведения нападения американские. Так, это мы доложили. Хутор доставлен, получили деньги. Так, советские диверсанты уничтожены. Медленно доложили. Центр мы доложили. Немедленно доложить. Нападающие переодеты в советскую форму. Но это мы сделали уже. Среди нападений на американский пост перед центр получит приказ выяснить принадлежность противника и его возможные планы. Получено разрешение провести разведку обстановки в ближайшем городе. В общем-то, да. Я закончу на этом серию. Мы увидимся с вами в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Вот, в общем-то, всем здоровья, удачи, еще раз удачи. Давайте, пока-пока.